случилось где-то что-то, ой-ой-ой-ой-ой. Что-то с кем-то сделал кто-то, ой-ой-ой-ой-ой. Неизвестно где, когда, только нам пора туда. Нам пора туда, 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 туда. Разрешите совершить посадку? Присаживайтесь, пожалуйста. Пожарный эксперт Длинный Жук. Включить теплопеленгаторы. Здесь включить теплопеленгаторы. Холодно, холодно. Теплее. Что это вы делаете? Определяю квадрат пожара. Пожара? Пожара? А где пожар? Вы что же, видите огонь? Так точно, вижу, вернее, чувствую. Прошу взлета. Взлет разрешаю. Скорее, скорее за ним. На пожар, на пожар. Отличный тепленький пепел. Гнездышко для будущих деток. Вылупится, не успеешь оглянуться. Воды! Воды! Ну как, все залили? Так точно. Все. Пепел остыл и промок. Для выведения потомства непригоден. О-о, куда же вы? На поиски свежего пожара. Пора и нам. Как это пора? Куда это пора? Здесь неизвестно, от чего загорелось, а нам все равно. Да если ни с того, ни с сего, везде станет гореть. А опять ты преувеличиваешь. А может, кто-нибудь видел? Свидетели есть? Я все видела. Безобразие. Уничтожили такое дивное место. Оазис. А конкретнее? Был душный день. Я дремала. Потом открываю глаза и вижу, выбежали хорошенькие серенькие мурашки и стали поливать. Вот все. Все? А пожар? Пожар? Это интересно. Вообразите, маленькие серые мурашки. От серой слышим! А какие же? Но... Да красные они, красные. Красные мы! Красные? А что такое красные? Свидетель называется. Красного цвета не видит. Самозванка. Да у меня самое острое в мире зрение! Да. А красное? Видите? Красное? Такого цвета нет. Все. Спасибо за внимание. Ах, ух, ах, ух. Привет. О, здравствуйте. Вы все видели? И все слышали? Не все. Разве все увидишь, за всеми уследишь? Расскажите, как все было? Только между нами, деточка.
Было жарко, душно. Сова полетела. В такую жару в ее возрасте. Не одобряю я эти полеты. Паук, о, видно, на охоту потащился. Охота, она пуще неволи. А муравьи, те вообще оголтелые, пробежали. Нет тебе здравствуйте, не до свидания. А пожар? Почему начался пожар? Какой пожар? Так все-таки был пожар. Уследить невозможно. Туда бегут, сюда летят, обратно ползут. Так вы пожара не видели? Что это? Здесь кто-то есть? Ага. Вы слепая? Чего? Ну, меня видите? Вижу. А меня? Нет. Ой! Вижу, вижу. Все понятно. Она видит только то, что движется. Правильно. Движется, значит, существует. Недолет. О, вот еще один свидетель. Ой, какой глазастый. Перелет. По-моему, это восьминогий шестиглаз. Разрешите представиться. Паук Минеус. Обитаю в южном полушарии. Скажите, а для чего вам столько глазок? А чтобы лучше видеть. Что это? А, это неопалимая купина. Так вот, в жару она вспыхивает, а я мух копчу. Мушки-копчушки, моя любимая еда. Да. Эй. Сейчас опять пыхнет. Сама не сгорает, а поджечь может. Неопалимая купина. Теперь понятно, почему начался пожар. Да, какие-то серенькие цветочки, а как горят. Что-что? Ну да. Сколько зверей, столько зрений. Я, например, все вижу черно-белым. Да! Мы видим, как земля устроена. У нас для этого глаза. А видят между тем по-своему тигренок или стрекоза. Трехэкранные, всевозможные, очень сложные, лацкие полные, очень ясные, дикозлобные и прекрасные, очень чудные, темно-синие, страхолюбные, агрессивные, шаровидные, удлиненные, любопытные, изумленные. Морж под водою видит здорово, а если слон нырнет, беда. Шмель различает цвет которого трехэкранные, всевозможные, очень сложные, лаской полные, очень ясные, дико злобные и прекрасные, очень чудные, темно-синие, страхолюдные, агрессивные, шаровидные, удлиненные, любопытные, изумленные.